Уже четвертый год действует программа Даугавпилсской городской думы по сохранению сакрального наследия. В этом году религиозные общины также могут претендовать на поддержку самоуправления в изучении, консервации и реставрации сакральных ценностей и проведении прочих связанных с ними работ. Участники программы могут получить софинансирование до 75% от общей необходимой суммы, но не более 5000 евро. Подать заявку необходимо до 1 апреля 2021 года. Сохранение и реставрация объектов сакрального наследия – ответственный и сложный процесс, который обычно требует значительных вложений. Поэтому церковная община охотно использует возможность получить помощь самоуправления, чтобы провести работы, которые весьма сложно было бы реализовать исключительно на собственные средства. Софинансирование выделяется на различные цели, как на исследование объектов сакрального наследия и разработку строительных проектов, так и на консервацию, реставрацию и восстановление зданий и икон, а также на переоборудование, ремонт и благоустройство помещений и прилегающих территорий. За время существования программы улучшились визуальный облик и функциональность многих храмов Даугавпилса. Восстанавливаются фасады и окна, устанавливаются новые и реставрируются исторические изгороди, ремонтируются крыши и фундаменты, решаются проблемы с отоплением и вентиляцией, строятся водостоки и канализационные системы, устанавливается акустическое оборудование и система освещения. Многие общины подготовили проекты, чтобы вскоре приступить к благоустройству помещений и территорий, сделав их еще более удобными и уютными для прихожан. Для будущих поколений сохранены очень древние и ценные иконы, которые реставрировали лучшие специалисты. Проведена большая работа, но впереди еще очень много дел и задач, поэтому интерес к программе сохранения сакрального наследия, разумеется, есть. Подать заявку на участие в ней можно до 1 апреля. С вопросами можно обращаться в Департамент городского планирования и строительства. Специалисты департамента напоминают, что необходимо также подать точные отчеты об использованных средствах и выполненных работах за предыдущий период. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.